Добрый день, меня зовут Макфурзянов Ришат Ильгизарович, я стоматолог-ортопед, работаю в частной клинике город Москва, город Зеленоград, работаю стоматологом-ортопедом уже много лет. Сегодня я посетил курс Шестопалова Сергея Ивановича, который называется «Применение анализатора HHP-плоскости диагностика, планирование и в повседневной практике любого из специалистов-стоматологов». Курс оказался очень интересным. Узнал много нового, о чем ранее даже не догадывался. Еще раз провели взаимосвязь между общим состоянием организма и заболеваниями именно стоматологического характера. Очень много узнал для себя, в частности, об остеопатах, вообще о общем лечении, связано с подобными проблемами. Также мы провели и практические мастер-классы с использованием HIP-анализатора. В целом все мне очень понравилось. Спасибо большое. И буду посещать еще дальнейшие модули Шестопалова Сергея Ивановича.